Наш телеканал продолжает телепроект «Краеведческую викторину всей семьей». В год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, 17 февраля в Карелии стартовала краеведческая викторина всей семьей, в которой активно участвуют жители республики. Этому событию посвящена и наша передача. Моя коллега, ведущая Наталья Кузьмина, ездит в гости к семьям Карелии, задает им вопросы о нашем крае и дарит подарки за участие и правильные ответы. На этой неделе на вопросы ответила семья Климовых из Петрозаводска. В каком виде спорта уроженец Медвежегорского района Федор Терентьев стал первым олимпийским чемпионом из Карелии? Ну, давай. Так, куда мы часто ездим? И там... Ею? Нет, и там памятник стоит этого лыжника, да? Курган. На кургане, да, значит, какой вид спорта? Биатлон! Нет, без винтовки. Какой вид спорта? Лыжи. Лыжи, правильно. Конечно, это лыжные гонки, молодцы. Кроме того, семьям предложено подготовить и выполнить любое творческое задание. Та семья, которая наберет за него наибольшее количество голосов, получит суперприз – ноутбук. Отдать свой голос можно будет на странице краеведческой викторины всей семьей ВКонтакте. Итоги розыгрыша подведем 14 марта. А второй выпуск программы смотрите уже завтра, сразу после выпусков новостей.